комплекс инженерно-защитных мероприятий для защиты города от Великий Устюг проходит в соответствии с реализуемой схемой комплексного использования охраны водных объектов, в первую очередь от затопления инфраструктуры города Великий Устюг, населения. Если вот смотреть впереди, мы закончили второй этап берегоукрепления левого берега реки Суханы. Ну а сейчас с августа месяца приступили к реализации третьей очереди берегоукрепления. Комплекс мероприятий инженерно-защитных, третья очередь берегоукрепления, которая будет реализовываться 3 года, 2,5 километра длина берегоукрепления. В этом году генеральный подрядчик, строительная компания «Гарант», приступила к работам, разрешение строительства получено, сейчас выполнены все подготовительные работы, подготовлены сваи. Сейчас, если вот посмотреть, ведется за производство свайного росверка для того, чтобы уже дальше можно было тело дамбы готовить и укладывать непосредственно железобетонные плиты. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Я сегодня все посмотрел, пообщался с генеральным подрядчиком. Ход работ нас как заказчиков устраивает. Все идет в хорошем темпе. Видны силы и средства, техника, рабочие работают, все плотно. И, конечно, нет сомнений, что данное мероприятие по плану этого года будет выполнено. Но углубительные работы также ведутся на участке 4-6 километра реки Суханы. В прошлом году была выполнена первая очередь, длина прорези 600 метров с объемом землечерпания 75 тысяч кубических метров. В этом году планируется длина прорези 600 метров выполнить и 90 тысяч кубических метров изъять. Работы ведутся. На сегодня 25 тысяч кубов уже вычерпано. Предстоит дальнейшая работа. У нас землечерпание планируется до середины ноября, пока ледостав не станет. Но и вывозка на места захоронения, складирования грунта. Поэтому работы ведутся. Тоже сегодня посмотрел.